Ребята, всем привет! Сегодня к нам приехала Ешка. Здесь 3,5 литра. Это атмосферный мотор. Здесь уже выхлопная идет с двух сторон, с двух коллекторов и до конца на две стороны. Соответственно, здесь необходимо сделать две заслонки для того, чтобы можно было включать и выключать звук. Звук получается благородный, под стать автомобилю. Многие, кто делают Ешки, перебарщивают, убирая резонаторы. Соответственно, звук уже получается не такой бархатный, получается трескучий, некрасивый. Собственно, мы про эти проблемы знаем, поэтому их не допустим сегодня. Все сделаем в течение нескольких часов. И, конечно же, в конце вы услышите звук. Звук на штатном родном глушителе, все абсолютно штатное. Единственное, что мы внедрили туда, в штатную систему, две вакуумные заслонки. Поехали! Mm-hmm.